Так, друзья, добрый вечер сегодня. Мы зашли в Кракове в торговый центр. Немного припоздали, и тут уже все закрылось, поэтому решил, что стоит снять видеоблог, чтобы не тратить время и попросить зря. Поэтому отвечу на несколько популярных вопросов. Люди спрашивают, что, в принципе, какие тренды будут популярны в интернет, в IT в этом году. То есть, ну, не только в этом году, вообще в будущем. Точно можно сказать, что популярными будут и решения. То есть уже понятно, что любые, скажем так, манипуляции, которые делаются руками, то есть какая-то разработка сайтов, пейджей, SEO, в виде линкбилдинга так называемого, это все будет отходить на второй план и автоматизироваться. Соответственно, то, что нельзя автоматизировать, это интеллектуальный труд, он будет в тренде. И любые интеллектуальные решения, которые требуют некой экспертизы, некого опыта в аналитике и так далее, они будут развиваться. Что можно сказать про аутсорсинг? Безусловно, он будет развиваться, но сейчас уже мы сталкиваемся с тем, что, например, нельзя быть исключительно SMM-щиком или исключительно SEO-шником, потому что любые виды маркетинга, любые способы коммуникации с вашими потенциальными потребителями, они все более плотно связываются друг с другом, поэтому нужно иметь очень серьезный, обширный бэкграунд, скажем так, основу, и разбираться не только в одной отрасли, а во многих отраслях. Помимо этого, безусловно, будет развиваться направление Big Data, аналитики, чем рекомендую всем заниматься, то есть делать аналитические сервисы, создавать продукты, с помощью которых выходить на рынки западные, скорее всего, более перспективно. Но в любом случае этот год в IT будет успешный, я думаю, будет более продуктивный, чем 2015, и такая тенденция сохранится до 2020-2025 года 100%. Поэтому всем, кто в IT, успехов, а всем, кто до IT еще не добрался, желаю поскорее принимать эти решения и использовать их в своем бизнесе. Спасибо.